Уйдите. Готовил. Thank you.
что-то ранить не хотят. Нигде лучше снимал, потому что там другие герои это выполняют, а они... Это город Калязин. Сапля на ветке села. Я потом покажу на видео. Он сидит на ветках с саплей. Красота. Что там 3000.
Я записываю.
Передавай вновь.
шоколаду с плавленным сыром Хохланд, как я понял. Вкусняшка. Ну блин! Князь, как всегда, недоволен. Вот, он бесится. А, от твоего? Нет. Боже! Выкидывай давай, пусть он поплывет. Я хочу банку себе забрать. Где? Варенье тут закрыто. Отправили банку, бутылку в банке. Надеюсь, нас слышно. Если нас не слышно,
момент по левому борту остров Басова. Да, Зомни нам подсказывает наш штурман, у него есть атлас, он говорит, что типа это остров Басова. Почему он так называется, никто не знает. Фокс, у него есть карта. Да, он крутой, у нас штурман. И наш... Что ты делаешь? Ты портишь наш лог. Противный. Вот. Вот наш водитель, это наш капитан. Вот так. Вот. Вот мы вас ходим к тем буям. Ушли дальше курсант Дичевенко и ходим к тем буям. Это все будет... Он мешает нам. Он портит всю картину своими изречениями. Солнышко! Горячий колозавр! Наконец-то вышло солнышко. Вон те буя. Рано назад! Что там лучше не оглядывать? Знаете, наш велик. Велик. Вот впереди нас шлюпки, две шлюпки. И там два буя. И вон два буя. Левый это зимний, правый это летний. Данный момент там. До Москвы 237 километров, то есть из самого октября до 237 километров. Это по воде? По воде, у него карта... Вот буёк с собой сберём, а? Да, вот буй, 112 буй. Да, вот буй, мать. Мы это... Мы стояли раньше на 30... Кстати, а на нём чайка сидит? Мы, кстати, 30... на 39-м буе стояли, когда были в... Мышкине. После Мышкина мы пошли в Калязин. Я сейчас... камеру забрызгала. Ну опять камеру забрызгала. Вот это беда. Ну в общем, мы прошли около 62 буев. До 64. Это очень много. Мы дошли до самого первого буя. Вот это самый первый буй? Где он? Когда в Барок шли там. Короче, мы пожирали и сейчас будем надевать. Я одеваюсь под жилет ради безопасности. Папа, он не показывает, как ты это делаешь. Матвей, снимай пока, я занят. Снимай меня, снимай себя. Ну, камеру! Давай, живём! А, у меня есть салфетки, чтобы протирать камеру. Да. Короче, вот дробаш. Да, это я. А вот Матвей, это он. Вот так. Это Настя. Это... Это лучший знаешь, кто такой, он гостит, там Арсений, там еще есть два пассажира, по-моему. Ты так сидел круто. Вот снова здесь. Ребята, у вас камера закрыта. Ну что за... Вот. Это был конец. Он нам салфетку снял. Он... И это был конец. 9 серии! Да, 9 серии конец. Скоро придем, пока. Привет, Семен! Привет! Тут у Матвея посуду залило. Вот мы сейчас под тент залезли. Ну, прошло примерно минут 20, мы прошлый лог делали. Камеру. Надо же было салфетку, чтобы мы пошли. Начался сильный дождь. Подвей, подвейся немножечко. Сегодня утром да, нас даже не разбудили больше. Мы отбудили в 9. Нам дали шанс поспать. Видите, лес очень такой длинный. Ну, к сожалению, на камере это не подается. Жаль.
шоколаде пригорюнился. Мы съели по две пачки шоколада. Мы съели по две пачки шоколада. Я съела одну пачку шоколада, и потом все разъедено. В общем, мы съели много шоколада. Нет, ты больше съел. Ты полтора пачки съел и еще одну. Yeah.
Я
Yeah.
джунгли. Рубаш, пошли в джунгли. Как будто вы в Вьетнаме. Тут легко клеща подцепить. Ну и ходим все в туалет. Короче, я сходил, исправил свою нужду. А? Thank you.
завалил уже. Остров. Не знаю, когда за остров. Земляной остров. Нам пятиник дали с этим, с матюхой. Нет, это нам дали. Ой, и крендельками поделились. Давай, матюха. Крендельками поделились. Ребята, ребята, мужики. Матюха! У нас есть похавать, матюха. Что припёрты? Бейте на еду. Не,
отдадим ему одну фигню. Давай тебе отдадим одну штучку. Нет. Это наши печеньки. Печеньки. Давай бери печеньки, первые печеньки. Дай, пожалуйста, один моть, один мне. Давай, моть. Кренделёк. Ушки? Матвей, давай, применяй свои суперспособности выпрашивания. Пожалуйста. Нет! Ну дай одну мне, одну моть. Давай, вот одну такую. Всё. Я получил... Пока. Андрей, прощайся. Вообще нужно.
удобнее нахранять крышку. Thank you.
Берег. Это что